Не довезли до больницы. В Буденновском районе карета скорой помощи столкнулась с комбайном. Два транспортных средства не смогли разъехаться на мосту. В машине скорой в этот момент было 5 человек, водитель и 4 пациента. Все они получили повреждения разной степени тяжести. Водитель комбайна при этом не пострадал. Обстоятельства происшествия и причины аварии пока устанавливаются, но уже известно, что у человека за рулем комбайна не было удостоверения, позволяющего управлять этой сельхозтехникой.